Привет из Брюсселя! Меня зовут Аня Зябликова, и я представляю Харьковский бранч 15 на 4. И я несу вам благую весть о том, что уже в это воскресенье состоится огромный международный англоязычный ивент 15 на 4, из которого вы сможете узнать, кто и за что получили Нобелевские и Шнобелевские премии этого года в науке. Ивент состоится на платформе Knowledge. Вы можете найти ее в описании под этим видео. Если же вы хотите непосредственно поучаствовать в ивенте, посидеть в баре с комьюнити, лекторством, пообщаться, обменяться знаниями, вы можете это сделать, если зарегистрируетесь на платформе NEET. Ссылка на нее также под этим видео. Берегите себя, ходите на онлайн-ивенты и помните, что распространение знаний — это единственный хороший контекст, в котором можно употребить слово «распространение» в 2020 году. Будьте здоровы!